Волжский мост известен далеко за пределами Нижегородской области. По сути, в часы пик – это бутылочное горлышко для тех, кто едет в сторону Кирова или в обратном направлении. При плановом расчете 12 тысяч автомобилей в сутки, сейчас по нему проезжает в 6 раз больше. Я слышу, что водители говорят, Борский мост, если оставить в таком положении, то пробки будут не многокилометровые, а что если даже по воздуху летать, многоэтажные будут. Для того, чтобы решить проблему пробок в районе Мещерского озера, в 2013 году было принято решение о строительстве нового моста, который будет расположен рядом с существующим Волжским. Он будет иметь по две полосы для движения в каждую сторону. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев ознакомился с ходом строительства переправы и рассказал журналистам, что работы опережают график на 11 месяцев, и при наличии финансирования мост может быть пущен в эксплуатацию уже в следующем году. Таким образом, в каждую сторону получится по 3 полосы для движения транспорта. Старый мост также будет продолжать свою работу. Старый мост у нас находится в нормативном состоянии. Мы выполнили перед тем, как начали строительство данного объекта. Вы все помните, в 2006 году, какой мы приняли мост из городской собственности. Мы выполнили колоссальный объем работ по приведению моста в нормативное состояние, как мостового полотна, так и подмостовых конструкций. На сегодняшний день жизнь моста продлена. Я абсолютно уверен, что в ближайшее время к подмостовым конструкциям моста мы еще долго не приступим. Осенью с завершением сезона навигации арочные сооружения будут установлены на барже, после чего при помощи домкратов начнется их подъем на опоры. Параллельно с этим будут готовы подходы к мосту со стороны улицы Акимова в Нижнем Новгороде и из Борской части. Валентина Тимонина, Ярослав Гунин, Роман Серебренников, Горький ТВ.